Всем здравствуйте, мы сегодня проходим третий паркур, третья часть паркура. Мы его проходим, зрители. Вот. Почему творческий режим? А я думаю, как у меня блок сломался, я просто напугался. Почему это сломался? Ну реально я напугался. Как я думаю, сейчас буду проверять, что со мной случилось. Почему творческий, я не знаю. Даже не понимаю, что это было сейчас. Ой. Я просто удивился прям даже. Удивился, что такое. Я сейчас бы паркур проходил в творческом режиме. Если это я не заметил. Это было очень смешно. Я правду говорил. А почему мне урон не наносится? Интересненько. А я вот говорю. Ну, это подозрительный майн. Я забыл на shift даст. Да, на shift забыл. Ну, ничего страшного. Shift так. Ох ты ж, ёшки. Так, здесь на shift я не забуду. Это домик, я же не могу долго пройти. Я проходил только запись. Была очень. Парфор. Мне чуть-чуть не осталось. Ни чуть-чуть не осталось. А бы я выиграл. Ну что же такое? Давай быстрей. Фух. Сейчас свалится. Да. Этот домик ненавижу. Я думаю, это... Вот каждый уровень я там смотрел. Ну все, я не хочу проходить. Сколько времени прошло, я не знаю. Но это уже другое.